Отчисли жанцы, короче, с тебя лучше. Сейчас все твои. Заходи. Еще сопа. Еще один. Родственники никогда не обращались? Нет. За помощью? Нет. Образование какое у тебя? Школа отучился и заводчика у меня. И на бар. Суицидальных попыток не было никогда? Из дома не убегал, не пробовал ничего? Вещи, которые мы тебе бросили. Так, здесь вещи забирают твои? И что, родителям или куешь? Сейчас 8. Какой я размер у меня? 42. А пацаны просто их вот так вот берите. Взял, шнурок натянул. Крестик сделал, опять натянул, опять три раза берем. Товарищи призывники, сейчас вы убываете в войсковую часть для дальнейшего прохождения военной службы. Ко мне! Смирно! Мой отец стал примером для меня, он служил, и я тоже пойду служить, как и отец. На складе нам выдали шапку, куртку, штаны, нательное белье, перчатки и все, что нужно. Вся форма очень теплая и хорошего качества. Добровольно последовал на службу, по примеру брата. Брат 5 лет назад служил в армии, вот и тоже захотелось пойти отслужить, так сказать, срочную службу. После прохождения службы я планирую дальше закончить свое обучение в своем заведении учебном и дальше пойти работать и строить свою жизнь.